Побиралась, брала. Что в случае его надо будет поплатить? Двенадцать часов 30 минут. Еще полтора часа стоять. Еще полтора часа стоять. А что вы думали? 12 до 12:30. Вы что, не читали про программу, вернее? Наверное, ну хорошо. А то вечно нам тоже. Сейчас студенты приедут оттуда, да? Насколько я помню. Старые ремонтированные. А, выделили два, да, я вижу. Троллейбусы наконец-то города. А то я думал, коровники такие будут ездить. И пассажиров возьмут на троллейбус или пустом? Ну, естественно. А, ну, наверное, в одном поедут все наши, а во втором эшелон весь. Вот так образно. Обновленная схема уже от улицы железнодорожная, да? Вот она. Костя, а кто там нажимает кнопку? А если что-то не включает? Нет, там только нажать пробел. Решили контроль. Я понимаю. Можно все готовить, а потом за 3 секунды все поставить. Нет, колонка заряжена, она подключена. Ещё.
Я не знаю, что это за нами, за нами.